Всем привет, ребят, с вами Как, всегда был на моем канале. Сегодня мы будем играть не на дофакбуме. Сегодня я вам покажу, что делает TVMan Titan 3.0. У него столько же хп, сколько у дофакбума. Бам! Это контратака. Вот этот вот телевизор. Почему-то и нет, это не излучение. И не отрывается телевизор. Знаете, что это? Ядро! Гениально! Поставить аватарку телевизора, а потом сделать ядро. Так, нет, уже как вы поняли, фиолетовое излучение. Не красное. Вот. Так и ядром. Как пыль какая-то. Но самое мощное, что тут есть, это клеш. Смотрите, вот этот босс, 33 тысячи хп. Все. Поэтому клешни тут самое мощное. При первом выходе Димон стал 150 тысяч, сейчас он стоит на данный момент 90 тысяч. Так вот, что делать TVMan Titan, я показал. Но сейчас просто. Ну, откуда у меня TVMan Titan? У меня было 140 тысяч типов. Этот вот. Ко мне приходили гости. Этот вот. И, конечно же, там был Герман. И он заходит в магазин и покупает мне TVMan Titan, когда у меня 141 тысяча чипов было. Ну да, я подкопил 10 тысяч чипов. Ровно, кстати, 10 тысяч чипов подкопил. Когда подкопил, у него было либо 505. Или 700. Ой, не 750, а этот вот. Немного вспомнить. Хочу, понялись. 550. 55 тысяч. Ой, как 55 тысяч. Вы, надеюсь, поняли. Типа, либо 50 тысяч 750. Ой, 550, либо 750. Я часто заикаюсь. Ядро сносит 1128 хп. Ой, 1183. Математику надо подучить. Ядро. Это, кстати, единственный титан, у которого есть ядро. Только странно, что первое ядро — это иконка телевизора, и то, что TVMan Titan, очень жаль, у него не открывается как бы телевизор, как в оригинале. Можно, в принципе, написать Магадану, чтобы, если вы хотите, чтобы он добавил эту, типа, чтобы телевизоры это открывались. Мы выходили как быстрее. Так, TVMan Titan вообще неплохой персонаж. Если вам нужно поверить, то так я ж могу просто щит зажать. Ну ладно. Кстати, реально, можно просто зажать щит и весь раунд пройти. Но не сейчас.
первый раз, когда я прохожу вот этот Болгарку на Тиви Мэн Титан. Именно этого босса. Как два раза успели проходить. Что тут так долго стало, я стоял с тобой еще? Так, пять раз успел. Ой! Блин. Ладно. Не все с первого раза выходит. Просто надо покрутить пальцем. Все получится. Жик. Да, но как я его ищу, забыл, что я его побеждал. На тебя хватает. И на вас. Ладно, в следующий раз будем просто щит зажимать. Так будет удобно, что ли? Хотя нет, это можно одной клешней пройти. Дальше что? Раунд я смогу чисто читом, смотря как... Ой, читом, слушай, читом! Читал у меня сегодня. А вот это запись. Я могу сейчас поставить на паузу. И отставить. Просто вы мне под шорцами в Редбале пишите, что у меня какие-то читы. Это запись. Я могу включить запись, но это буду демонстрировать в конце видео. Еще раз могу на паузу поставить. Ну ладно, это будет... Тут мы босса можем пройти вот так вот. Этого можно и дрон. Еще раз могу на паузу. О, кстати, не слышу. Ладно, я не телепротез, я поставил на паузу. Дошел время до конца и отставил. Следующий уровень. Жук. Опять тройной. А нет, это не тройной. Жук. Катанщик, который перезалили из открытого мира. Кстати, он убивается на удар. Поэтому его, возможно, смело бояться. Следующий уровень. Поэтому если вы будете говорить, что я читерю, то это запись видео. Без этого я бы не снимал видео. Ну, вообще, если бы меня не заблокировали, меня бы не взломали Google Play, я бы продолжил снимать Google Play. А так X-рекордер есть. Give me the number,
А череп? Кстати, Магадан говорил, что у него будет телепорт. Либо обещал. Либо сказал, что возможно будет телепорт, либо сказал, что будет. Но из-за этого босса мы будем долго подождать. Поэтому большой урон. И все. Если что, это тоже. Я поставил на паузу и за кадром побила его. И все. Получилось типа большой урон. Клесни, клесни. Дальше игром. Дрон ставимся. Следующий уровень. Да, раньше так не делал. Не, скучно. Давайте сразу к мини-боссу. Вот так-то лучше. Думаю, обычно с кинетистов проходить скучно. Поэтому буду показывать только те моменты, где я прохожу мини-босса. Следующий мини-босс. Вот, следующий мини-босс. Кстати, пишите в комментах, как лучше. Показывать, как я в обычных скибидистах и мини-боссов, или только мини-боссов. Пишите в комментах, как вам лучше. Если что, это делаю с помощью паузы. Кнопка паузы. Которую типа... Типа идет, ведет видео, ставишь на паузу, не идет. Ты можешь делать все, что хочешь, отстать на паузу, продолжается. Следующий мини-босс. Я, кстати, остановил ровно на 12 секунд. Плюс следующий уровень это был не мини-босс. А мы телепортируемся к мини-боссу. Бам-бам-бам-бам-бам. Секунду, сколько до босса осталось? Еще долго, 63 450 чипов. Не, мини-боссу. Быстро мы его грохнули. Ладно, пока что только обычный скибидист. Погрохаем. Я здесь что знаю, сам знаю, что я покажу, как я грохнул. Ядро. Видишь, я почти ростом, как ты. Следующий уровень. Просто круто. Так вот. Мини-босс. Я не сомневался, что это будет именно он. Потому что на этом уровне вот только эти... И астроскивидисты, и катальщики и попадаются. Но еще и гидроскивидисты, и гибриды. Я всех не назвал. Не, ну ладно. Я, походу, всех назвал. Гибрид. Щелчок пальцем. Сорян, не перчатка Таноса. Поэтому щелчком пальцем грохнул гибрида. Ядро. Режим ядро заранее. Сейчас будет не наш дубль. Говорю. Ладно, к боссу. Чувак, ты какой-то медленный. И попадаешь только тогда, когда я использую ядро. Я вообще понимаю. Ну я не за 30 секунд не делаешь. У тебя остается за 8 секунд. 8 секунд? Я тебе сейчас попаду. 3, 2, 1. Ладно, к мини-боссу. Это наверняка будет астерский бедист. А не, не угадал. Не астерский бедист.
кстати, к мини-боссу. То я тогда говорю к боссу. Это мини-босс. Чипы. Так, 1450. И вжух. Вжух, вжух. Вжух, 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 вжух. Следующий. Вжух, 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 вжух. Следующий. Вжух. За одну тыку. Опять он слабый. Я его за одну тыку кровь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, попали и дуя. Ну как попали? По асфальту, по которому машины не ездят. Ну, логично, а кто будет управлять машинами? Скибидисты, что ли? Наверное, невозможно, если там пилотный танк. Но танки тут не ездят. Ну а следующий мини-босс. Вот на этом уровне нет мини-босса. Ядро. Прям как и в оригинале, долго надо ждать, пока ты используешь ядро. Но только если ты не восстанавливаешь кому-то энергию. Мини-боссу. Бум. Жук. Жух, жух, жух. Ну, а кому ролик понравился, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока!